Добрый день. К нам пришла еще одна новинка, долгожданная. По запросам мастеров мы привезли специально малярную ленту ваши, рисовую ленту, но шириной 3,5 сантиметра. Раньше у нас была, ну вы знаете, 2,4 сантиметра толщиной, но она была достаточно узенькая. Все мастера попросили сделать данную ленту пошире, потому что она удобнее в использовании. Соответственно, в нашем ассортименте сейчас она тоже уже появилась, она уже, ее можно уже заказать. Это уже такая серийная партия, она будет в производстве. На ленте все написано, на упаковке, когда вы в магазине будете смотреть, вы обязательно читайте. Длина рулона 45 метров, ширина 36 миллиметров, для четкого края специально она сделана. Ну, соответственно, все описание здесь есть. Сама лента обязательно находится в индивидуальной упаковке, для того, чтобы, когда она хранится, например, на полке в магазине, клеящий слой, вот боковой, он был защищен. Для чего это делается? Ну, если какая-нибудь пыль сюда попадет, и вы, например, клеите на поверхности данный скотч, то у вас может образоваться такой кармашек для затекания краски. Чтобы этого не было, каждый скотч малярный должен обязательно запакован быть в индивидуальной упаковке. Кстати, мы вам рекомендуем, если вы, например, использовали полурулон скотча, вы все равно его запихните в какой-нибудь пакет, либо стрейч-пленку обмотайте, чтобы на него пыль и грязь не попадала. Потому что вам это поможет в дальнейшем избежать вот таких подтеканий краски. Вот, все. Покупайте, пользуйтесь, говорите, какие, ваши отзывы присылайте нам. Мы будем рады. Все, спасибо, до свидания.